Краевые закрома пополнились на 945 тысяч тонн зерна. Сегодня всех рисоводов поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Он заметил, что при нынешних технологиях получить заветный 1 000 000 тонн кубанского риса абсолютно реально. Средняя урожайность в этом году 70 центнеров с гектара. Окончание уборочной страды 2015 года, вы прекрасно без меня понимаете, это маленькая передышка в череде осенних сельхозработ. На земле труд очень тяжелый, на земле слабые не остаются, но земля сполна воздает тем, кто вкладывает в нее свой труд, свою душу, свое сердце, кто поливает ее своим потом. И сегодняшний, нынешний урожай, ваш урожай, тому подтверждение. Рисоводы сегодня работают на перспективу. Они делают все для того, чтобы вот эти очень высокие урожаи, это высокие валовые сборы, чтобы они стали стабильными. Глава региона лично наградил передовиков уборки риса. Всего 83 человека. Это агрономы, водители, поливальщики, все, кто работал на рекордный урожай.